А можете сказать свою должность или звание? Должность. Старшина Потапенко. Фамилия Потапенко, Потапенко, да? А как вас зовут? Саня. Чим тоді пояснюється офіційна статистика, яка передається прес-службою АТО про втрати з боку супротивника, там сотнями, і з боку нашого, ну, в крайньому случаї, до десятки. Ну, я же говорю, якщо прес-служби передають, там, наприклад, погибло 10 чоловік за всю АТО, то цю суму умножати в 10-20 разів. Ні, я говорю, погибло около 800. Около 800. Я же говорю, это вот количество людей нужно умножить в 10, 20, 30 раз. Да. Около 800. Я же говорю, это вот количество людей нужно умножить в 10, 20, 30 раз. 1012, как пропавших минимум. Пропавших без вести, которые могут быть 200. А которые без вести пропавшие, никто же не говорит об этом. Они считают только те, которые в морге тела. Ночью они отошли в 4 или в 6 часов утра. Нам уже сообщили, что колонна в количестве более 100 единиц боевой техники и около 2000 солдат лягло. И около 2000 солдат лягло. И около 2000 солдат лягло. Как? Об этом же тоже вся информация. Как? Наша? Наша? Наша колонна выходила, да. Для того, чтобы освободить наших пацанов, которые находились в окружении. Об этом же тоже все умалчивают. Полностью все умалчивают. А какая это бригада? Я вам точно не скажу, потому что я не помню ее. Или 93-й, не помню я. Ее всю расстреляли полностью, на все сгорело. Вася, подивися. Это какого числа? Сейчас я вам скажу, какого. 30-го. Когда она была? Сейчас скажу, 25-го, 26-го. 27-го или 28-го числа. Я точно вам сказать не могу. Я ни одного майданца не видел. Майдан зачудил, там беспредел сделали. Они подняли весь народ. Но ни одного майданца я не видел. Там и завалась.